Всем привет! Вы на канале Ягодный Гриболов. Сегодня у нас 16 октября 2021 года. Выехали в лес лиственный за опятами. Уже они у нас, конечно, проходят, но все-таки решили поискать. Нашла я плютый оленей и три опенка осенних. Вот, видите, следующая моя находка – это говорушка анисовая. Но она уже плохая, брать ее не буду. И вот семейка, хоть и небольшая, но все-таки есть свеженькие хорошие опятки. Красота! В этом году как-то у меня не получается подальше съездить за опятами. Поэтому мы опять находимся в Курском районе, недалеко от города. И посмотрите, какая красота. Для курян, скажу, это горелый лес. Берем. Сейчас я срежу, наверное. Хотя можно и взять. Ой, какие у них шикарные ножки, да? Ну, красота. В этом же месте все остальные грибочки я тоже нашла. Именно здесь. Посмотрите, свежайшие. Видимо, недавно вылезли. О, красота какая. Ух ты! Обалдеть! Вот такая шикарная кучка. Грибочков сегодня попадается не так много, а вот попалась чешуйчатка обыкновенная. Я брала этот гриб. И мариновала, и так кушала. Мне, если честно, не очень понравился. Эти грибы нельзя совмещать с алкоголем. Может вызвать отравление. Здесь они уже вообще большие. Еще и с той стороны вон там есть. Тоже большие. Я их брать не буду, пусть остается. Но снять было интересно. Чешуйчатка обыкновенная. Так, сейчас вот сорву один грибочек, вам покажу. Ай, два получилось. У нее, видите, такие, как ржавые пластиночки. Чешуйчатая ножка такая же, как шляпка. Чем-то даже похоже на опенок. Иногда и путают с опятами их. Брать вот в таких грибах желательно только шляпки. Ножки уже невкусные. Оставим. Попался мне, посмотрите, какой ТСЖ. Уже совсем старенький старичок. Вовремя его не собрали, а жаль. А стояла издалека, думаю, запах какой-то прям грибной. Оказывается, это ТСЖ тут рядом был. Давала себе знать. Издалека даже подумала, что это вешенка. А это плютые. Посмотрите, какие хорошие. Ну, неплохие. Вот и вот. С той стороны нет. Ну, отличные. Сейчас посмотрим, как они. Прекрасные свежие грибочки. Берем. Эти возьмем. И эти заберем. Тоже хорошие. Отличные. Свежие, молодые. Кому-то они нравятся, кому-то не нравятся. Мне нравятся. Вот такая семейка попалась. Отличная. Возвращаюсь к машине. Решили мы поехать в другой лес. И посмотрите, какое чудо я встретила. Зонтик пестрый. Берем его, конечно. Какой красавчик, а? Ой, шикарный грибочек. Забираем. Вот он. Хорош, с ножкой возьму. Здорово. Жаль, больше нету. Больше нету. Ну ладно, побегу, а то меня там ждут. Хотим переехать в другой лес. Здесь как-то опят нету, поэтому решили посмотреть в другом лесу.
подлезла под дерево, думаю, как же мне пройти. И вы смотрите, пришлось сесть на корточки, вон дерево поваленное сзади меня. А тут на тебе, вот он растет, зонтик. Я прям, вы знаете, пошла по этой тропинке, а тут зонтиков толпа. Вон уже сколько у меня зонтиков. И вот очередной зонтик. Сейчас я его обрежу. Хрупкая у него ножка. Видите, хрупкая ножка. Зонтики, колечко. Все. Отлично. Я перелезла. Не стала обходить. Думаю, полезу под дерево. Вот оно. И не зря полезла. Сегодня я, в общем, с зонтиками. Опять не нашла, зато зонтики собрала. Вот он еще один. Вон у меня уже их сколько. Отличненько, прям удачно. Сейчас мы его аккуратненько. Вот так. Красавец какой, а. Давно я пестрых не собирала. О, супер. Переехали мы в другой лес, а здесь, ну, очень много встречается колибри масляной. Очень много. Видите? Вот я уже набираю маленькую корзинку, я ее решила собирать отдельно. И вот, в общем, она попадается на каждом шагу. Колибри масляную очень легко отличить от других грибов. Несмотря на то, что расцветка шляпки у нее бывает разная, но всегда в середине темненькая. Краям более светлая. Пластинки всегда светленькие, а ножка ломкая. На конце ножки вот такой налет обязательно мучнистый. И ножка в середине белая, волокнистая, а по краям вот как оболочка темная. Грибы вкусные, хотя многим не нравятся. Мне писали, что грибы это вообще какие-то не грибы, непонятно что, поганки какие-то я собираю. Но мне нравится. Я их мариновала холодным способом. У меня есть видео на канале. Получается очень вкусно. Они сейчас молоденькие, мясистые. Получается очень вкусно. Вот, видите, очень много их. Но тут же попадаются мицены. Это уже ядовитые маленькие грибочки. Спутать их, конечно, невозможно. Но при желании, конечно, можно все. Вот. Вот нам еще попались зонтики, но это уже разновидности хлорофилумов. Видите? Зонтики краснеющие. Небольшие, но это все равно хорошо. Вот. Берем. Снова мы переехали в другой лес, но тут огромное количество мухоморов. Я их прошла, к сожалению, не стала снимать. Вот нарвала себе несколько штучек. Нашла уже одну рядовку. По-моему, это чешуйчатая. Ну, похоже ли бело-коричневая. Одного масленка и вот еще один. Масленок поздний мне попался. Хорошенький. Сейчас они практически не червивые. Вот, берем. Ну, как-то тоже я хочу сказать, что грибов не такое большое количество, так как мы ездили в прошлые выходные. В прошлые выходные грибов было просто море. А сейчас это уже третий лес. И вот попадаются только мухоморы. Конечно, я уже набрала колибри, маленькую корзинку. Зонтики попались. Вот теперь посмотрим. Видите, мухоморы. Одни кто-то вот срывал рядовку. Не знают и бросают. А мухоморов море. Срывают. Вот они, мухоморчики растут. А вон. Видимо, их даже срывали. Так, а это у нас уже, посмотрите, пошел в рост. Ого! Пошел в рост. Гиграфор поздний. Вот это да. Гиграфор поздний пошел в рост. Скоро можно будет сюда приезжать
и собирать гиграфор. Очень вкусные сладенькие грибочки. Обалденные. Мне очень они нравятся. Их, к сожалению, мало знают. О, посмотрите. Ай-яй-яй. Ой, я сама их раздавила. Боже мой, сколько их здесь, посмотрите. Огромное количество. Люди не знают их и топчут, бросают. Да, видите, я сама потоптала. Сама потоптала. Шикарные, очень вкусные грибы, гиграфоры поздние. Вот, значит, у нас они пошли в рост. Отлично. Соберем. Видите, я их просто поломала. Придется маленькие брать. Ну, такие у нас грибочки. Берем, берем эти солдатики. Ух, сколько их здесь. О, как я удачненько зашла. Ай, жалко, только подавила. Их вообще не видно в траве. И, конечно, а вот, посмотрите, вообще шикарные. Отличненько. О, теперь я с грибами. Здорово. Гиграфор поздний. И все. Наша грибная охота сегодняшняя закончилась. Грибов набрали всяких разных. Здесь у меня почти полная корзина гиграфора позднего. А здесь и зонтики, и рядовки, и тополевки, и мухоморы, и колебия масляная. Тоже ассортимент очень-очень большой. Но я очень довольна сбором грибов. Если вы еще не подписались, обязательно подписывайтесь. До новых встреч на канале Ягодный Гриболов.